Так, Петя, где наш гость? Что у нас сегодня? Что случилось? Что случилось? Дорогие зрители, у нас спецвыпуск. У нас на феврале случилось 25-летие телеканала. Так. 16. И кого-то пригласил? Да, пригласили первого директора Савинки Владимира Ивановича, первый директор канала 16. И одну из самых популярных ведущих, Ольга Федоровна Корнилова, в прошлом. Ну да, сейчас такая же другая. Поговорим, как это было. С чего начинали, что показывали, почему именно это показывали. И выясним, действительно ли день рождения в феврале 1994 года, или, может быть, есть нюанс. Да. Ну что, друзья, спецпроект. Спецпроект. Поехали. Сразу с гостем. Поехали. В студии вместе с нами, с Кириллом, спецпроект. Первый и, по мнению Константина, лучший директор канала 16 всех времен. Спасибо. Владимир Иванович Савинкин. Владимир Иванович, 93-й год – это такая, ну, переходный, можно сказать, момент нашей истории. Ну да, лихие 90-е, как сейчас говорят. Это, потом, самое, можно сказать, начало или вот такое развитие всех этих событий. Вообще, почему вот телеканал? Почему, вот, как, откуда зародилась эта идея? Да, почему решили делать телевидение? Почему решили, да? Вот откуда вообще, началось? Вот эта идея, она появилась… Ну, понятно, что идейный вдохновитель у нас был Нижегородов Володя, царство ему небесное, ныне он покойный. Но вот все идеи от него рождались, потому что… Ведь если говорить о телевидении в целом, ведь телевидение нашего города было третьим в Советском Союзе. Третьим? Третьим. То есть был сначала первый канал? Было, нет. Сначала телевидение было в Москве создано, потом в Петербурге, а потом в Арзамасе 16. Или тогда он был Арзамас 75. Ведь тогда был только прямой эфир. Никаких записей ведь тогда в закрытом городе не было. Не то, что мы сейчас. Первые ведущие, помните Ларису Иванову? Ну уж я-то куда. А я вообще помладше, кстати, если что. Да, я так-то 84-го года рождения. Это были первые телевидения, писались тексты. Я знаю, кто помнит. Константин. Константин обязательно помнит все эти выпуски. В любом случае помнит. Константин все это помнит. Вряд ли он, конечно, помнит, но тогда очень интересно было телевидение. Значит, ведь тогда было два здания рядом. Телерадио и контора. Контора. На телевидении писались все тексты, относились туда. Благо идти недалеко. Они согласовывались, и только потом можно было в прямом эфире их читать. И не дай бог отступить от то текста. То есть это были такие включения, часовые там, или получасовые, как новости, условно говоря. То есть да, туда приглашали разных гостей, вот комсомольские передачи, там детские сады были, очень много было участников. Да. Там ведущие строители, ведущие ученые, но о ведущих ученых, о главных, никогда не говорили ничего, ни фамилии не называли. То есть они приходили в эфир, но… Нет, они не приходили. А, их, то есть, да... их не было. Но были попроще рангом. Попроще рангом. Владимир Иванович, но это мы говорим о, так сказать, еще времен Советского Союза. А вот когда перестройка, и когда вот это, вот почему канал 16 вообще, откуда вот… Значит, канал 16 думали долго, как назвать, какое дать название. Ну, значит… Из чего выбирали? Да. Выбирали из имен, городских имен, там, угу. Арзамас, Саров, а потом вдруг, по-моему, с мамой же Нижегородова пришла, слушайте, а давайте помнится Арзамас-16, угу. Ведь первые упоминания по России начались о именно городе Арзамас-16, так. Давайте так и сделаем, канал 16, телерадиокомпания, а зачем радио? Да мало ли, на перспективу. А может, и радио будем заниматься. Хорошо, давайте. Телерадиокомпания, канал 16. Ну и как оно там все было тогда? Потому что как сейчас, мы примерно представляем. Как было там, грубо говоря, 10 лет назад, мы представляем. А как было тогда? Учредители сразу вот компьютерщики. Были два хороших рисовальщика-компьютерщика. Это Миша Мочалов и Саша Ильин. Вот они сразу начали рисовать заставки. И вот первые картинки, если помните, выплывает. Канал 16 букв. Это угу. Вот они все делали. В 93-м году. Нарисовали на компьютере. В 93-м году рисовали на компьютере. Вот 93-й год, перестройка, лихие 90-е.
Приходили к вам люди в кожаных куртках, да, говорили, давайте-ка, да, давайте-ка вы нам будете, будете про нас в «Позитивном ключе» рассказывать. Было, я даже помню такое. Рассказывайте. А, тогда у нас офис был в 93-м году, ноябрь-декабрь, еще на юности. Это вот где гостиница «Сатис». Ага, вот да. Вот там был у нас офис, значит, там была охрана. Еще тогда, так, Шпилько, по-моему, был начальник охраны там. И вдруг приходит один молодой человек, я его хорошо знаю. Он, кстати, из всех криминальных авторитетов нашего города пока еще живой. Пока еще. Так скажем. Живой. Вот он тогда приходит, значит, и... Тогда еще молодой. Да, и мы не поймем, в чем дело. Он напирает на Нижегородова. И говорит, ты что, не понимаешь, кто я? И я, и называет свою фамилию. И я, запомни, я. Мы тогда были все ошарашены. Так, вот оно начинается. Но, кстати, по-моему, все обошлось, и нас больше не трогали. Это вот единственный тогда был инцидент. А что жил канал-то? Да, конечно. Значит, ну, во-первых, развиваться мы начали, конечно, на кредиты, это понятно. Ну, само собой. Кстати, тогда... Ведь очень легко было возвращать кредиты, поскольку инфляция росла. Мы брали кредиты. Он обесценивался, вы его возвращали. Он обесценивался быстро. Мы успевали зарабатывать и возвращать каналы. Петр Павлович, мотай на ус. То есть надо устроить инфляцию в стране, я так понял. Тогда было легко. Мы даже тогда, помню, кредит брали в валюте. Европейский банк реконструкции. Вот там было сложнее возврат в валюте. Там, да, валюта. Надо было больше времени, чтобы заработать. Вот тогда мы купили очень большой первый комплект оборудования, камеры, значит, кассеты, в общем, студийное оборудование много. Купили, кстати, две студийных камеры, новейшие. То есть студийные, те, которые именно работали не на улице, да, только для студии. Да. И при первом же их апробировании наши вневские инженеры их сожгли. Молодцы какие. Хорошо, что кредиты быстро обесценивались, можно было вернуть, взять новый, купить новое оборудование. Вот вопрос, кто были первыми учредителями? Нижегородов Володя подобрал команду, то есть кто мог помогать в организации. Скажем, Коля Бакач, он был организатор-технарь. То есть он сразу продумывал, какое надо оборудование. То есть техническую, да, часть. Да, техническую. Полностью. Это все было его. Я только по его стопам ездил в Москву, в фирмы выбирал, смотрел, но Коля уже отобрал, что нужно покупать. То есть с точки зрения, он очень глубоко вникал, какое оборудование надо, что. Значит, вот Миша Мочалов и Саша Ильиных, те были вот компьютерщики от бога, рисовальщики. То есть они сразу продумали концепцию внешнюю. Ну, то есть оформление. Оболочку, да. Да. Значит, Аврискин, тот был хозяйственник. Помочь там, привезти, отвезти. Вот, завхоз. То есть, да. Ну, может быть, грубовато, да. Но так. Да, суть может отобрать, быть, да. Завхоз. То есть вот Нижегородов – это был идеолог. Это он и... Был как тогда, как главный редактор. Стесняюсь спросить. Тут у нас есть вечный один чиновник, Владимир Ильич Лутиков. Просто я вам смотрю документы. Комитет по управлению муниципальным имуществом тогда тоже входил в учредительный канал. Да, это тоже была идея Нижегородова. А зачем это надо было делать? А чтобы власть была учредителем. Но можно ли сказать, что вот тогда, ну, вот этот 93-й, 95-й, 6-й год, что это было время... творить. Да, да, безусловно. То есть не было же никаких, не было так называемого Роскомнадзора какого-то, который над вами стоял и говорил, там, ни секунды больше, ни секунды меньше. Единственная трудность была, это оформление лицензии на частоту вещания. Все остальное, что хочешь, делай. Вообще любой контент можно было выпускать в эфир? Абсолютно. А вот, кстати говоря, спорный вопрос. У нас тут 21 февраля все скажут, что значит, день рождения канала 16, 21 февраля 1994 года. И мы тут молодые, в общем-то, и не особо, так сказать, в документы-то не смотрели. Я так-то вообще не смотрел. Да-да. Но вопрос, а почему именно 21 февраля? То есть от чего именно, вот почему, вроде бы 3 ноября зарегистрировали предприятие. Ну, в принципе, да. Вроде бы вот он, день рождения. Регистрация. Нет, да. Это почему? Четко, поскольку это канал, это творческое предприятие, и я думаю, что день правильный, мы и сами потом думали, правильнее считать его днем рождения, выход в эфир. Выход в эфир. Первый выход. Записанная программа была или прямой эфир был? Нет, записанная. А что была за программа? Давайте познакомимся.
Про что она была? Я не смотрел. Про что а там была? Просто Игорь Грузин, один из первых наших журналистов, поехал в город, взял оператора и поехал по городу спрашивать. Игорь Альбертович Грузин? Да, Игорь Альбертович, конечно. Да, конечно. Ты знаешь другого Игоря Грузина? Я что-то не понимаю. Игорь Альбертович? Да. То есть просто делали опрос, а нужен городу свой канал? И что ответили люди тогда? Конечно, нужен. Возвращаясь к лицензии, я ее нашел. Да. Лицензию на телевещание. Ага. И вот, в общем, вот прямо она есть. Ага. Уважаемые зрители, Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию, лицензия номер 619 на телевидение эфирное, вид массовой информации, Арзамас-16, врезки, да. То есть вот с 6, ну, понятно, ООО-ТРК, канал 16, тогда ТОО. Только дата выдачи лицензии 20 марта 1995 года. Да. Я просто... Потому что заявка ушла в 93-м году после регистрации, но это там такая волокита. Там-то я столько ездил в Москву, столько звонили. Это только через год выдали. То есть формально-то получается, что вот эта дата, она как бы официальная, назовем ее так. Да. А на самом деле канал 16 выходил в эфир, конечно, и раньше не имея... Причем это говоря, четко лицензии. Устно там сказали, да работайте. Лицензия пока оформляется, она может долго оформляться. Работайте. Вот что была за страна. Да. Страна возможностей. Америка. Вот. Россия 90-х, страна возможностей. Да. Кто хотел, тот ухватил. Слушай, все просто. Дата начала вещания действующая с февраля 1995 года. Года написали. Они по-другому не могли написать. Ну, в общем, получается так, что формально, да. 25 лет еще, условно говоря, через год только. Да. Вот, а неформально... Ну, это формально, но мы же по факту живем. По факту, вот, предлагаю считать с 21 февраля 94 по 20 марта 95 год 25-летия канала 16. Какой самый классный проект, на ваш взгляд, был реализован при вашем управлении каналом? Когда вы были директором. Самый классный, вот лучше еще не придумали. Я думаю, что самое востребованное у зрителей города – это были прямые эфиры. Почему? Они живее смотрелись. И люди-то живые приходили, не записи, а, скажем, если особенно, когда начинались выборы, что понятно. У нас там творилось. Нет. Но прямые эфиры, все пытались выйти в прямой эфир, чтобы провести какую-то акцию рекламную. Ага. Очень много. Это вот первое, что я оцениваю, что самое позитивное, это прямой эфир. Поскольку мы поддержали традицию нашего доброго, старого советского телевидения. Понятно. Я не скажу, что мы много на рекламе зарабатывали. Почему? Она вообще существовала? А вот такая телевизионная реклама закрытого города. Этим занимались наши компьютерщики. Какой она была? Чего рекламировали? Ой, да все. Ну, как товары, значит, услуги. Магазин «Дружба» представляет... Магазин «Дружба» устроил у нас акцию с розыгрышем водки на пиво. Да ладно! На телевидении. Подождите. Магазин «Дружба» вспомнил. Это была большая акция. Их несколько было эфиров. В прямом эфире разыгрывали. Народ звонил. Тут же прямо разыгрывали розыгрыш. Все. Слушайте, я прям искренне всегда завидую людям, которые стояли у истоков чего-нибудь. Потому что когда ты стоишь у истоков чего-нибудь, ты можешь делать все, что хочешь. Нет никаких границ, нет никаких рамок. Не было никакой. Ты просто делаешь то, что тебе пришло в голову, и это оказывается круто. Блин, это круто. А вот, Владимир Иванович, вот вопрос. А сколько лет вы были, получается, у руля телекомпании? Ой, 6 лет, по-моему. 6 лет из 25. Вот вопрос такой. Вы вот как, когда закончили руководитель каналом, вы следили за его судьбой? Ну, понятное дело, что смотрите. Да, конечно. И вообще, вот сейчас конечно. Вот смотрите. То есть смотрю. Вот канал как менялся, то есть с вашей точки зрения? Что лучше, что хуже стало? Ну, как оператор Костя говорил, Владимир Ильич, как ты ушел, зарплату не так выдавать регулярно стали, как ты. А Константин знает, Константин пожил. Да. Вы знаете, понятно, что, как сейчас модно говорить, менялись технологии, меняется и... телевидение. Это понятно, что оно росло, перешло на цифровые камеры. Это уже совершенно... Мы-то ведь работали обыкновенно камерами ВХС. На кассеты писали. Конечно. И кассеты-то простые были. Потом уже денежки появились, супер ВХС. Обычно подарки мы от гостей принимаем в самом начале программы, чтобы они их не тяготили. Мы уже развлекались. Но спецвыпуск потому и спецвыпуск. Владимир Иванович, давайте свой подарок. Да. Обожаем подарок, это время. Обожаем. Подарок очень редкий. Да ладно. Вот себе.
Как вы думаете, что это? Я полагаю, это телевизор. Правильно. Это телевизор. С первого раза. Это первая партия закупки оборудования нашего оборудования для телеканала 16. И тогда главный редактор, главный учредитель Володя Нижегородов сказал: посмотри, есть ли там карманные телевизоры. Потому что вдруг мы с тобой куда-то уезжаем, в командировку или что-то, но мы же должны видеть свой канал 16 в поезде где-то. Обалдеть! И вот мы купили таких тогда два телевизора. Вот они. Вот я вам и хочу его подарить. Для музея. Огромное спасибо. Citizen. Citizen, да. Ну, они калькуляторы только производят. Слушайте, это достойное место займет в нашем музее. Центральное, я бы так сказал. Тогда показывал, это прям такая новинка была. Плоский экран, друзья, вы не видите. Плоский экран. Это жидкокристаллический экран. Плоский. Вы тогда в кинескоп смотрели все. У меня жуткое желание запустить его прям. К нам присоединилась Ольга Федоровна Корнилова, автор передач, ведущий, журналист, много лет работающий на канале 16. Ольга Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мне кажется, у нас... Я пришла ради того, чтобы сказать вот эту фразу. Мне кажется, концентрация ведущих в этой программе начала зашкаливать. Я соскучилась. Соскучились по камере? Ну, конечно. Когда последний раз выходили в эфир? Ну, не прямой, в записи. Ну, когда это был последний раз? Это ужасно давно, наверное. Ужасно где-то, давно, это Царь-Горох. Где-то 2005. 2005 год. Да, 14 лет назад. Рассказывайте, как работала с журналистом тогда? Нет, я хочу сказать, что нам вообще очень повезло. Владимир Иванович говорил про это время. Но вот главный фокус был в том, что Саров, который вообще был закрытый для всех... Названия на карте нет. И людей никого нет. И вдруг Саров начинает открывать свои тайны. А ведь город необыкновенный. Ведь здесь как-то кто-то поначалу рассказывали о Сарове, говорили, что здесь самая большая плотность на профессоров и академиков на один квадратный метр. Это правда. И поэтому вообще было очень интересно приглядываться к нашим горожанам. Вот я, конечно, очень много лет, 10 лет вела эту программу «Однажды». Она была развлекательно-познавательная программа для горожан. О чем она была? Что внутри нее было темой? Она была о людях. Живущих. Но не просто так. Это должен был быть человек с изюминкой. Да. Как наши гости, кстати, в программе «Соседский Wi-Fi». У нас все гости с изюминкой. Очень может быть. Тогда вы представьте себе, вообще ничего практически не было. Не было тарелок, не было... Там конкуренции-то у нас не было. Ну, монополия была. Монополия. Мы были нужны просто невозможно как. И каждый, кто работал здесь, вот кто начинал этот проект, все абсолютно это понимали. Все работали, не считаясь со временем. Мы все уходили в 9, 10, в 12, в 2. Вот как надо, так работали. И причем работали по всем направлениям. Владимир Иванович правильно сказал. Весь город был как на ладошке. Был, значит, Слава Лопашов, молодежная программа. Ира Нехаева, спортивная программа. Давайте подарим подарок уже, ладно. Давайте сразу подарок. Вот здесь... Здесь кассета, если что, друзья. Здесь кассета. Вот посмотрите, какие кассеты были. Это супер ВХС. Ты давай не путай. Почетная кассета, да, это супер ВХС. Но на ней есть наша программа «Однажды», посвященная 3-летию канала 16. Вот так. И здесь вся команда, которая вот тогда начинала, уже потом присоединились... Тоже хорошие, славные ребятки. Можно поперечислять даже всех. А можно я гляну? Это же волшебство попасть в то время. Вот так раз, легким нажатием кнопки.
Это же чудо какое-то. Я нашел. Лебедева. Однажды 3 года, 0:31 минут, 51 секунд начала. Друзья, давайте сделаем так. Мы постараемся отцифровать эту кассету и конкретно тот в эфир. Попробуем хотя бы, во всяком случае, ВКонтакте в нашу группу выложить хотя бы частично это видео, чтобы или в YouTube. Я думаю, или в YouTube, естественно, поэтому подписывайтесь. Я думаю, всем будет. Отдавайте, да, коробочку от кассеты. Вернемся к нашему разговору все-таки про тот контент, который делался на канале 16 и как к нему относились люди. Меня интересует вопрос. Поскольку мы сейчас просто про это начали разговаривать, вот сейчас у телеканала 16, да и, наверное, у любого телеканала, YouTube, всевозможные хостинги и так далее отнимают аудиторию. Вот тогда какой был зритель тогда? Потому что сейчас какой мы зритель? Тогда был благодарный зритель. В основном благодарный. Звонили. Звонили постоянно, потому что у нас шла реклама постоянно. Наш телефон был повсеместно. И нам звонили по следам каждой передачи. Хорошая или плохая ли. Но отзывы шли волной. Вот абсолютно. А что говорили люди? Вот тут он звонок. Вперед с трубкой, а дальше что? Я посмотрела вашу передачу! Нет, нас хвалили в основном. В основном хвалили? Да, в основном нас хвалили. Это было такое счастливое время. Вот счастливое время, реально. То есть, если хотелось никто сказать, никто нас что... не хватал за руку. Никто нам ничего не говорил. Да вы что, вот даже мы начали, поскольку город открывал свои тайны, мы же начали показывать людей, которые работают в ядерном центре. А это вообще были секретные-пресекретные люди. И все-таки нам уже никто... Ни полслова, ни ползапрета. То есть было такое мирное благоговение. У нас было достаточно спокойно. У нас было спокойно. И как-то администрация хорошо все держала. Не было вот таких вот вострых-припострых. Так какой тогда была журналистика в Сарове в начале 90-х годов? Хорошая. Вот какой она была? Ну, хорошая. Хорошая. Она была информационная в основном. Объективно, не объективно? Конечно, объективно. А почему же нет? И ни разу никогда. Но кто плачет, тот заказывает музыку. А что такого? А это не значит, что мы прям вот... Да не было там больших проблем. Это Ольга Федоровна. И ни разу вот за всю практику, за все там 10 лет... Вам так лет, проблем подавай. Не приходилось, условно говоря, где-то точку зрения сместить акцент. Вот мы современные журналисты, поэтому вот вам этого так нужно. А в прежней журналистике... Это и не нужно было. То есть, там была другая задача. Просто рассказать. Просто, да, информационное, большое информационное поле. У нас новости шли 30 минут. 30 минут. 30 минут. Наши девчонки сидели под этими... Конечно. Прожектора огромные, жарко. Все течет. Они читают. Это было невероятно. Но никто не жаловался. Все настолько понимали... Что это надо. Вопрос про контент хотел Владимир Иванович задать, но не случилось, поэтому вам задам. Вот взаимодействие с не просто органами власти, а взаимодействие с УВД, например. То есть вот я к чему? У нас вроде бы вот видите, мирное существование, все так хорошо было. Была ли какая-то криминальная хроника, вот, которой, у нас-то, вот я говорю, у нас тут тоска, криминальная хроника в Сарове, это тоска, и по сравнению с каким-нибудь большим городом, особенно там каким-то областным центром. Разве вас это не радует? Вообще прям очень радует. Это же счастье. Это счастье. Вот в том-то и дело. Я когда еще приехала в этот город, я услышала по радио, кто же Римма Серафимовна читала новости. Пьяный лежал около ресторана «Колокол». Меня так это подкупило просто. Криминальная хроника. Да, да. С тех пор, собственно говоря, кроме того, что ресторан закрыли, да, ничего не поменялось. Пьяный так и лежал. В общем, нет, все нормально было. К празднику УВД мы всегда делали хорошую, праздничную, поздравительную программу. Вот так. А вообще телевидение как таковое стало лучше или хуже? В общем и в целом, не конкретно канал 16. Вот к вам как журналисту. Оно стало кудрявее. Что это значит? Его стало так много, что просто невозможно. Нужно иметь очень хороший вкус. Чтобы смотреть именно то, что надо смотреть. И все сейчас, все те, кто сидят, смотрят канал 16, такие, Это все непросто. И честно, я на самом деле никогда не забуду своих волшебных героев из программы «Однажды».
Это вот, например, Василий Иванович Коноплев. Вот он строил печки. Милый Василий Иванович, дай вам Бог здоровья. Я помню до сих пор, как у него глаза горели. Он с этой печкой разговаривал, как с живой, как с одушевленной. Или Нина Николаевна Орлова, очень знаменитый человек в городе. Она стоит перед этим своим огромным ковром с красивыми аппликациями, вот так вот гладит его и говорит: «Мамочка, моя милая мамочка». Этот кусочек из пальто ее мамочки. То есть такие вот маленькие штучки. И вот самое главное, в общем-то, не столько найти человека, который может все это рассказать, а вот открыть его сияние. Открыть человека, разглядеть сияние, его. Сияние, да? Вот это, вот когда это случается, это самое большое счастье. Вот про новости. Я им очень благодарна, всем про моим героям. Про новостями же тоже занимались? Ну да, вот новости. Как новостник новостнику. Какое сейчас, вот Владимир Иванович просто не стал нам говорить, что он сказал, что журналистам-операторам виднее. Вот как, когда канал круче был, лучше, интереснее, тогда или сейчас? Сейчас вы очень бойко работаете. Очень бойко. Мне нравится. Ну, как-то вот диапазон, что ли, меньше стал, я не знаю. Не так широко. Но надо подружить с ядерным центром нет. Мы вообще обожаем ядерный центр, если честно. В прошлом году сотрудника у них забрали, говорят, отдавайте нам лучшего сотрудника. Забрали. Если новости будут начинаться с новостей главного предприятия города, это будет абсолютно правильно. И... Служба деловых связей, вы слышали нас, да? Да. Это надо. Потому что, ну что же это? На самом деле, правильно вы говорите. Интерес к градообразующим предприятиям, да и люди, которые там работают, это как бы... Да, они самый костяк и составляют. Да и они там как раз те самые бриллианты, вот если уж разглядывать, они там, их там много, я знаю. Самое крутое, что удалось сделать вам, как журналисту на канале 16. Вот самое крутое, вот этим вот, когда говорят про самое крутое, вот я вот это сделал, и я могу этим гордиться. Вот самая классная вещь, которую мы, может, смогли реализовать, пока были журналистом. Вообще. У меня очень... Я сама себе выставляю всегда очень большую планку. Даже если я делаю маленький репортаж, я стараюсь, чтобы он был такой. Именно крутой. Но все-таки. Вот самая крутая... А если для города? Это, пожалуй, фильм о городе. Что за фильм? Фильм о городе. Мы сначала сняли первый фильм «Маленький город великой судьбы» с Виталием Ивановичем Клитиным. Сначала мы сняли фильм «Маленький город великой судьбы», причем мы его сняли практически об институте, о городе, со взрывами ядерных бомб. Да, у нас все это было. И тогда даже видеостудия «Внеев» на нас немножко обиделась, что мы их обошли как-то. С повод задуматься. Ну, ничего. Ну, ничего. Да, пожалуйста, дерзайте. И второй фильм, уже более современный, мы снимали его уже в 2006 году. Он назывался «Тайны закрытого города». Он уже был на современном видео, то есть все уже было, камеры лучше, все видео вот такое. Такие фильмы очень нужны городу. Вы поймите, в город... Мало кто может попасть. А тут все-таки посмотрел, и все стало понятно. А мне вопрос вдруг заинтересовал. Я что-то тут сидел, думал, действительно, ведь показывали в первый раз все. То есть это же был первопроходцы телевизионные. Так я тебе говорю, это было время, когда просто ничего не было. Вопрос. Вот отношение меня, как бы, ну, уже бывшего сотрудника ВНЕФ, интересует. А директор ВНЕФ на тот момент, ну, Ради Иванович был в 2006 году, а я просто не знаю, до Ради Ивановича это был, по-моему... Вот я была, время Ради Ивановича была. Вот отношение директора к каналу, вот он приходил, приглашали. Хорошие отношения. Раз в году, в конце года, он устраивал пресс-конференцию. Ну, пресс-конференцию для всех. Всегда для всех, да. И относился спокойно и радостно.
Слушай. Валентин Ефимович. Вот и родилась идея подумайте. Для следующего гостя в прямой эфир. Что, дорогие друзья, это был специальный выпуск программы «Соседский Wi-Fi», в котором мы разговаривали с теми людьми, которые стояли у истоков образования канала, первыми журналистами, первыми телеведущими и первым директором. Огромное спасибо, друзья. Смотрите нас. На следующей неделе встретимся и будем уже обсуждать снова текущие проблемы и текущие вопросы и новости. На следующей неделе снова в эфире «Соседский Wi-Fi». О чем говорит город, говорим и мы. Я должен был сказать эту фразу. Хотя бы в конце. Поэтому оставайтесь с каналом 16, следите за новостями, за передачами. Спасибо, Ольга Федоровна, спасибо, Владимир Иванович. Всем огромное спасибо. Всем пока. До свидания. Мы встретимся однажды.